Сейчас на танк оформи. На Тагариуса. Инту пишут. Ага. Все есть? Ко. Все под жопу и тотем под жопу. Давайте. Вот когда у тебя будет препятствовать хилу твоему, ты можешь дамажить, короче. Можно звездопад выключить, в принципе. А то так ДПС мало будет. Посмотри. 4, 3, 2. Поехал хилить. Кастуй. Да, вижу. Пока что еще не надо хилить особо. Можем бить молнии босса. Вот снова захил сейчас нужен будет. Пошли хилить. Поровна нас летит. Блин, как вы ее добиваете? Вы не хотите дамажить больше? Через 4 секунды. Вот. Давай хилить. Ой, давайте героя оформим. То есть ты понял, чтобы было больше профита, мы заранее начинаем кастовать. За секунду, полторы, две. Вот. Блин. Сейчас хилить придется. Поехали. Нормально. Или рейд просядет. Килим. Гимн, гимн спой, гимн спой, гимн спой. В следующий раз молитву юзанешь. Мне не надо будет молитву. Вот в следующий раз юзанешь. Начинаю кастовать. Вах. Хилим. Молитва. О, все норм. Пора, увернись. Нормально, красавчик. Так, добиваем. Пока я надамажу. Будем хилить. Красавчик. Сразу-то бахаемся, не ждем.
потом хильнулся, главное. Набиваем босса. Я тоже помогаю. Сейчас. Кто не умер, рыба не нужна будет. Просто отпейтесь перед боссом. Бери себе плечи, шаман. Офигенные. Ну, вот это. Так, тут где шарик? Я один раз получила или два. Смотри, Вах, кто еще ту тактику не знает? Тут просто ренжа нужна будет и захил. Тут будет дождик сверху появляться. Тоже называется, насколько я помню. Нужна цель, на которую вешается, прохиливать. Если на тебя выбегаешь, сам себя хилишь, все. На второй фазе скажу, что делать. Го? Блин. Тагар, далеко. Гуляй, вот. О, класс. Пропащей в жизни. Вот взлетка. Сейчас набрали ренжу 10 метров. То есть попка к попке не стоим. Логично. И нужно будет за глыбу встать. Сейчас две глыбы раскинется. Вот на тебе глыба. И смотри, как люди прячутся. За глыбу все спрятались. Все спрятались. Хантер, хилимся. Все норм. И снова бьем босса. Ой, нахуй не было. Спасибо большое за два иннера. Один чьё-то как. Кстати, перед мордой обычно не стоят, он сейчас дует вас. Ты чё, Денчила? Ты танчишь, что ли? Я думаю, что такое? Так, сейчас скоро взлетка должна быть. Блин, а Тагариус, что ты его не тыкаешь? Так, ренжу набрали на второй фазе. Вот, Вах, хилим тебя. И запрятались все, давайте. Красавчики. Так, хилим тебя еще. Забиваем босса.
Вот смотрите, как турбоежик выносит. Вот по радиусу вот так обычно выносит. Они через весь рейд, понятно? А то, короче, в прошлый раз, не помню кто, прям по всему рейду бегал, знаете, змейкой так. И всех задел. Добиваем. Сразу заранее говорю. Ой. Фетов сразу поставьте на пассив. Действие. Без действия. Тотемы не ставь сразу. Поставишь там, где мы скажем. Кружочки. Понятно? Так, шапка не нужна. Палец сама она. Тут все тактику знают. Главное, петов на оф, на пассив, цепухи всякие, кто еще, цепную молнию, град стрел, вауешку не кидать. Первоочередно бьем скелетиков. Все. Это в первой фазе. На второй фазе разберемся. Так, сейчас я попью. Хотя первая фаза не нужна. Стойте, стойте, все в одну метку встанем. Тут рыбку поставили, можете покушать, отпиться. Так, РЧ на готовность, бежим все в квадратике. Надеюсь, вы не клоуны. Это у нас там цирк был прошлого рейда. Все готовы? И вот по ДБМу бежим. Так. Шажочками. И зашли, красавчики. Вот, смотрите, тактика. Видите, там всякий трэш стоит. Его нельзя загреть. Вы загреете, мы вапнемся. Каждый раз, когда я вижу, когда что-то бьет, мне страшно. После рейдов таких. Поганище. Тут ты просто можешь 3 минуты афкашить. Вах. Не трать ману. На второй фазе она нам понадобится. Пока будет первая фаза, я буду объяснять, что на второй фазе делать. Тактика. Держать рейндж. Пропишешь себе вот такую штуку, если у тебя есть... как там, ДБМ? Без точки. Вот такую штучку пропишешь себе. И будешь держаться подальше от других людей. На второй фазе босс будет давать крестик. Крестик нужно держать ренджу от всех. То есть, если сказать прям точно, на себя повесится взрыв маны, насколько я помню. В дебафах будет показываться. И... Ты нанесешь урон по 10, ну, всем союзникам, которые находятся на ранже 10 с тобой. В зависимости от твоей маны. Допустим, если кого-нибудь рога рядом будет стоять с этой штукой, то тебя не заденет. А вот если ты, то ты рядом может, допустим, шрот челиков. И чё? Будет кидаться красная лужа на полу. Такая красивая лужа, из которой нужно будет выйти. Если ты не выйдешь там за 4 секунды, то она тебя просто выкинет. Все, ты вайпнулся, ты упал. Будешь просто лежать. Еще момент. Босс периодически будет в какую-то область кидать, на кого-то челика кидать ледяную глыбу. И рядом стоящих челиков тоже будет задевать. Эта глыба будет, мало того, что вы будете стоять и ничего не делать, она будет вас периодически бить.
То есть, если весь рай стоит в одной точке, мы вайпнемся, да? Если ты там между пятью челиками стал, вы упадете, ну, грубо говоря. И перед танком не стоять, потому что его тоже может задеть. Вот этих солдатов бьем, они доходят до круга. До танки. Даже поганище можно скипнуть, как бы. Главное солдатиков убить. Если 4 зайдут, ты знаешь, какой урон по рейду пройдет. Вот. Мне кажется, без вайпов, кроме там некоторых, да? Ни одного. Ты понял, что делать? Самое главное это ранжа. Вот. Сейчас все равно солдатиков надо добить. И там еще банша бежит. Добейте ее. Ранжу набрали. Стали. А боссу надо сбивать косты. Вот красная лужа. Шаман, у тебя же есть битие костов? Вот ты тоже кикай, потому что у нас вообще их мало. У мага раз в минуту. У меня раз в минуту. Вышел, вышел с лужи Дэнчила. Красавчик. Посмотри, мы стояли рядом. Вышел. Версу дают на 30% где-то, да? Нынче его просто преследует. Рок неудач. В принципе, все хорошо поработали. Ро. Милики отошли, да? А там только Тагарил, турбоёжик. А там твои тотемы, кажется, пропали. Можешь обновить их? То каст долгий. Разбиваешь каст? Красавчик. Мне этот шаман нравится, Антагариус. Мне он нравится. Кастинг прошел, все дела. Стой, стой, у тебя ранжа там соблюдалась. Вот, Кушкамурка вышел. Кушкамурка в АФК стоит. Чёрт, давай. А, как там? Был? Героизм, жажда крови. А, заберись меня. Ладошки потеют. Кажется, где-то лужа. А, вижу. Тагариус. Thank you.
Ты чего рядом стоял, надо чуть-чуть еще было отойти. Ребят, меня слышно хотя бы? Да, слышно. Сейчас слышно. У меня накрылся резко Дискорд и Вов вместе. Я не понял, почему даже. А, да, ты вылетел. Обидно, очень обидно. Тут 13-й жмот падает. Ну, я бы сказала, что на тебя ничего не упало. Тут только 13-я спина упала. Да главное рейд не подставить, а все остальное охернеть. Блин, какие адекватные люди, кажется, воют. Да, сейчас реснем. Винчел нам еще портал поставит. А, все, вы его убили? Да. Ладно. Так, сейчас. Там, я вижу, шмотки вы получили. Можете там за чарками обратиться. Ах. Я думаю, адекватный человек. Блин. Бухту, ты, конечно, подстава, подстав. Денчила, я в тебе разочаровалась. Теперь мне нужно маску получить. Не, ну за это можно как бы...